А у Ви еще до премьеры были какие-то показы закрытые? Для кто-то уже видел этот фильм, и кто-то уже так или иначе высказал свое мнение? Допустим, нет, вам. Никто ничего не видел, никто ничего не знает, даже мы только. Я вот видел свои там роли, да. А, то есть вы не видели целиком ленту? Нет, ничего не видел. Скажите, а вот... Боюсь жутко, ну, потому что столько вложено действительно труда, надежды, всего, и мне действительно страшно, что так хочется, чтобы получился... Вот многие ваши продукт. Коллеги говорят, что у нас на самом деле почти не осталось кинокритики. Вот, ну, как таковой, когда разбирают работу. То есть есть блогеры, есть журналисты, которые высказывают, вот, ну, как вы заметили, вот свое личное чаще мнение, что нет вот серьезной аналитики. Это так? Ну почему? Есть же какие-то передачи даже у нас на нашем телевидении, я не знаю, осталась еще там вот передача... Гордон, который вел, где приглашают, идет пресс-показ какого-то фильма и приглашают в студию людей, которые обсуждают это. А вы в Америке читаете что-нибудь вот из профильной прессы про кино? Там же есть журналы про кино. Или нет? Или вы ваша собственная работа вполне вас удовлетворяет в этом смысле? Нет, ну слушайте, я вообще самоед. Моя работа меня никогда не удовлетворяет. Абсолютно. Просто я даже поэтому я и боюсь смотреть какие-то свои там вещи, работы. Я себя буду грызть так, что я потом не сплю. А, ну, когда-то, ну, иногда читаю что-то, иногда не очень. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».